Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. И да, это вторая реакция за день, потому что я немножечко выбилась из графика на этой неделе. Надеюсь, такого больше не повторится. А мы продолжаем расчехлять новиночки начала марта, а он нас очень радует на новиночки. Бан Юнгук выпустил альбом целый, или мини-альбом, или альбом. В общем, ладно. Выпустил что-то новенькое. Бан Юнгук дебютировал в 2007 году. Ну, я могу, кстати, ошибаться немножечко в годах, потому что на разных источниках разная информация, почему-то про него написано. Это прям я не понимаю, как так могло случиться. Но если вы знаете более достоверную информацию, и я все-таки где-то оговорилась, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне будет полезно. Читателям комментариев будет полезно. И всем будет полезно. Так что милости прошу в комментарии, если я где-то обшибусь. В общем, в 2007 году он дебютировал в составе андеграундного хип-хоп коллектива Soul Connection. Позже он подписал контракт с лейблом TS Entertainment. В 2011 году со своим товарищем по цеху и будущим сокомандником, сугруппником Джело выпустил сингл. В 2012 году они вот как раз-таки дебютировали в группе B.A.P., которая, к сожалению, просуществовала только до 2019 года. Вот Юнгук расторг свой контракт, точнее, не стал его продлевать по истечению срока в 2018 году, и в 2019 году остальные участники тоже решили не продлять свои контракты, и замечательная группа прекратила свое существование. Ну, в принципе, и понятно, потому что в 2014 или в 2015 году у них там травмы с агентством были, они там подавали иски, все мемберы группы, потому что считали, что нечестное распределение прибыли идет. Но, в 2014 все-таки это году было, и в 2015 они все-таки урегулировали этот вопрос полюбовно с агентством и продолжили свое существование. Но вот все-таки закончилось это как закончилось. Вот здесь момент. Где-то в источниках пишут, что в 2019 году он организовал свой лейбл Consent. Где-то пишут, что в 2021 году только. Не знаю, кому верить, но, в общем, больше информации, что это все-таки 21 год. Вот, он потому что в 19 году пошел в армию, в 21 вернулся и алга, как говорится. Начал выпускать свои сольные вещи, достаточно интересные. И давайте посмотрим на заглавку этого альбома или мини-альбома и посмотрим, что же он нам там приготовил. Трек называется Up. Все, давайте. Хана, пульсет, едем. Многообещающе. Инструментал такой классный. Ох, как классно выехал вокал. Какой бас! Обратите внимание на его лицо, как он так надменно все это дело читает. Классная конструкция у рэпа. Блин, какой красивый ты, а? Так прям лениво он ртом двигает, когда читает. Прикольно. Ух!
Блин, эстетически какой красивый клип, блин, вот эти вот золотые шелка или что это за материал, очень красиво смотрится. Криповенький такой, я бы сказала. Хорошо. Так, а я там правильно назвала? Консент же агентство, его лейбл. Местами артхаусный клип, конечно. Ну, класс! Чего я могу сказать? Очень такой прям... Такой рэпчик ленивый был. И вообще, он там минимум движений в клипе... На протяжении клипа, да? То есть, ну, вот это вот прям акцентировано было на том, что он такой, типа... Я вообще не двигаюсь, и рот у меня шевелится вообще вот так вот просто на отвали. Такой надменный взгляд. Эти балерины то в белом, то в черном, то в балаклавах, то в масках. Интересно. Сам он, интересно, продюсировал клип или кто-то ему помогал? Ну, здорово. Работа интересная на самом деле. Я, кстати, до сих пор не посмотрела «Райз». Я ее послушала, но клип до сих пор не посмотрела, на свое удивление. Ну, а вдруг... Вот... Что-то взбредет мне в голову и отреагировать, пусть и с сознанием трека, но я его не так часто слушала, но а вдруг? Так вот возьму и решу посмотреть под запись. Ну, приоритеты пока мне это не позволяют сделать. Ладно, вдруг все-таки в будущем что-то такое случится и случится то, что случится. В общем, ладно, лирическое отступление ни к чему здесь случившееся. Да. Классный трек. В целом, я альбом послушала весь, ну, за исключением именно заглавки, да, то, чтобы не портить себе впечатление первое, так сказать. Чтобы это было все вот в новинку прям. И видеоряд, и музыкальный ряд. И в целом у него там треки такие разнообразные. Сколько у них там его штук? У него их. Чё ляпнула опять? Сколько у него их там штук. Соберись, тряпка! Что-то там около 8, что ли. Райз тоже вошел в этот альбом. Ну, мне вот заглавка мне очень зашла. И еще мне зашло 2 трека. Вот, пожалуй, я их сюда и выведу сразу. Оф! И второй я забыла, как называется. Ну, вот здесь напишу. Другие 2 трека, получается, 6-7 треков где-то так. Другие 2-3 трека немножечко в другом таком стилистическом направлении, они более такие лайтовенькие, а вот этот трек, ну вот, Up, и те 2, которые я сюда вывозила, они такие, знаете, агрессивные, дерзкие, и, ну... Я просто любитель такого. Мне рэпчик вот такой подавай. Чтобы прям ух, чтобы сила мощь. Вот такое вот рэпчика. Прямо жирненько было. Здесь был классный бас. Вот в начале, когда он только начал. Там вот на этом кресле дюж замечательном в форме лица человеческого, да? Так... Лениво вот этот начал свой рэп, и
Там то ли инструментала вообще не было, то ли он, его было по минимуму. Он прям так выехал, вот это вокальное, прямо оно такое с заглушенного какого-то, с какой-то эффектом записи, не знаю, что они там за фильтр наложили. Вот это оно подъезжает, 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 и потом бас такой, вау, и вот это прям, я, ау, меня прям унесло куда-то, зашибись вообще. Ну, то есть, разноплановый альбом случился у него, здорово, молодец, лайк. Любимые треки, наверное, уж не буду выводить, другие, так как, ну вот, раз про альбом говорим, вот из него вытащила. Этот трек мне тоже понравился, тоже полетит ко мне в плейлист, и думаю, будем... не будем заканчивать, я же ничего не сказала про смысл трека. По смыслу трека там такая страсть происходит. Я нашла русский перевод. Я не знаю, может быть, существуют у меня в подписчиках люди, которые прям следят за творчеством Юнгука прям вот настолько, чтобы знать, что он там в интервью каких-нибудь говорил или еще где-нибудь, ну, какую-нибудь типа предысторию, да, почему он, альбом случился именно такой, а вот не другой, и, может быть, он и про заглавку какую-то информацию давал. Я, ну, настолько не ковыряюсь обычно перед реакцией. Такого рода информацию не ищу. Поэтому я не знаю, может быть, там какой-то прям... не просто вот такое поверхностное, а про страстные какие-то отношения или про какой-то страстный вечер, ночь, судя по тому, что там в треке, в лирике происходило. Может быть, там какая-то подоплека есть, да? Да? Что мне за звуки сегодня? Соберись уже, ну. В самом-то деле. Вот. Но за неимением этой информации и буквально прочитав текст, это вот про страсть, про какую-то ночь, про жаркие отношения, да? Вот. Если там какой-нибудь мораль в этом, предыстория, которая прям вот заставляет задуматься, без понятия. Если у вас есть информация, милости прошу в комментарии, будет интересно почитать мне, будет интересно почитать другим читателям комментариев. Вот. И я буду очень вам благодарна, потому что мне с комментариев интересно прочитать иногда ту информацию, которую я не знаю, и зачастую меня поправляют, что я вот какой-нибудь такое ляпну, не изучив досконально вопрос. И мне вот любезно комментаторы поправляют меня, и я вот больше узнаю фактов о каких-то группах, о каких-то исполнителей, а у меня просто, ну, тех исполнителей и групп, за которыми я слежу, именно за музыкальным творчеством, за каким-то там фан-сервисом, не фан-сервисом, что у них там еще происходит, всякие шоу, не шоу, это я ни по кому вообще не смотрю, потому что, ну, у меня просто жизненного времени не хватит, потому что, ну, очень много кто мне нравится из музыкальной точки зрения. И поэтому мой выбор такой, то, что я исключительно вот про музыку, посмотреть клипы, послушать альбомчики, бисайды, вот это про меня. А вот просто, ну, как бы, даже те группы, которые мне очень нравятся, то есть прям в топе топов, так сказать, да, какие-то ребята, даже за ними я не слежу вообще. Я надеюсь, для вас это не странно. Надеюсь, такие же существа, как и я, существуют тоже. Вот так вот. Короче, ладно, я что-то разболталась. Давно не записывала реакции, видимо, по вам соскучилась. И вот решила навалять вам тут информацию, которая, в принципе, не относится к данному треку, к данному исполнителю. Ну, пусть будет. Должны же вы меня как-то узнавать, да? Помимо того, что я тут балалакаю про исполнителей и конкретные какие-то произведения. Ладно, все. Закончили на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.